Всем привет-привет! На связи Анапа. И с вами сегодня анапский снеговик Черного моря. Шла от пляжа Премьера. Тина там вовсю. Визуально посмотрела дальше. Еще очень далеко видно Тину. Отправляемся на пирс. Для сравнения сразу скажу, вчера температура на глубине была всего 16 градусов. К сожалению, вчера у меня протащила камера, я не опубликовала это видео. Что, продержали мы градусник на глубине 2 метра. Сейчас его будем доставать потихонечку. Меряем свободным градусником, и температура воды 18 градусов. Если видно вам 18 градусов. Также хочу обратить ваше внимание, что вы можете посмотреть погодное видео в плейлисте. Я оставлю ссылочку в конце видео и под видео. Вы можете также сравнить температуру воды, погоды за прошлый год. В прошлом году в июне мы делали тоже это регулярно. И поэтому проходите, смотрите, сравнивайте. На самом деле мерила еще температуру воздуха градусником. 22 градуса она составляет как в городе, так и на пляже. Потому что сегодня безветренно пока. Начинает он уже проясняться даже солнышко, но, к сожалению, небо пока все затянуто. За пирсом сейчас я нахожусь, в 20 метрах, и Тины нет. Удивительно, но ее здесь нет. Вот она немножко стоит в воде, если видно вам в ямке. Вход в центральный пляж, спасательный пост санатория Анапа. Водичка тут. Вот так здесь ее убирают. Вилами потихонечку в кучки чистят, следят, потому что здесь народу побольше, мотивации больше. Добрались мы с вами до поста С-115. В целом, пока мы шли, Тина в воде примерно вот в таком виде. Через следующие 50 метров пост С-112. Ситуация та же самая. Тина в самом начале. Дальше вода чистая. И как бы в начале ее немного. В целом на пляже такая легкая прохлада, приятная. Ну, я бы не сказала, что даже прохлада. Тепло. Но купаться из-за того, что солнца нету и вода прохладная, не рекомендую. Вот, местами даже есть вот такая вода. Через 50 метров кристально чистая водичка. Подходим к бандрубу! Кукуруза, мороженое!
общем, подведем итоги нашей прогулки часовой по пляжу. Вода до за пирсом, то есть где Анапка, там пирс, в ту сторону, в сторону Джимите. Грязная, ужасно там, неприятно просто находиться. Вся в тени. А за пирсом, к центральному пляжу и до фонтанов. Воду, вот ветер сейчас. Вода чистая, вполне приемлемая купаться. Все нормально. Вот творческая я натура, никак мне не дает душа покоя. Пожалуйста, не оставляйте без внимания мое творение. Давайте придумаем имя нашему снеговичку анапскому. Бам-бам! Ты что завалилась, а?